Декабрь – время особого отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проведения декады инвалидов в Кировском городском дворце культуры состоялся праздничный вечер. Он объединил десятки горожан, подарил радость встречи и общения. Подробнее в нашем следующем сюжете. Численность общества инвалидов города Кировска постоянно увеличивается. В этом году она составила 427 человек. У каждого из них своя судьба, своя борьба с недугом и обстоятельствами. Однако в этот вечер никто не говорил о трудностях, а больше о стойкости, жизнелюбии, силе духа, больших и маленьких победах, планах. Вы все пришли сюда пообщаться. Вы все такие красивые, добрые, ваши лица светятся добротой. Я искренне желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы всегда были рядом ваши близкие, родные, которые будут вас поддерживать. И всего вам самого-самого доброго. На таких вот людях, на общественниках, жизнь города держится. Она становится лучше, она продолжается, она становится ярче. Спасибо вам огромное. Участвуем во всех мероприятиях, которые проводит город. Ездили в Мурманск на соревнования по шашкам и художественной деятельности. Вот пока такие вот дела у нас, такие планы. Вечер получился душевным. Творческие коллективы Дворца культуры и ученики Хибинской гимназии подготовили интересные номера. Юбиляры общества получили памятные подарки от друга и помощника акционерного общества «Апатит». Отдельные поздравления для супругов Натальи и Николая Журавлевых. В этом году они отпраздновали рубиновую свадьбу – 40 лет совместной жизни. По словам молодоженов, особого секрета в столь долгих отношениях нет. Любить, уважать друг друга. Да, наверное, уважать. Самое главное, понимать, наверное, да. Друг друга. Понимать, что-то не так. И что-то бывает и простить, и понять, наверное. Декада инвалидов завершится 10 декабря. Однако и после этой даты люди с ограниченными возможностями здоровья будут нуждаться в поддержке и помощи. И об этом нельзя забывать.